Мы работаем с 2000 года, серьезно занимаемся пауэрлифтингом, пытаемся развивать его, но с такими грандами, как Красноярск, Кемеровская область, мы просто бороться не можем. У нас маленький поселочек и район, в принципе, у нас по численности небольшой. Но в пауэрлифтинге нас достаточно занимается порядка 200 человек разных возрастов, и ветераны, и взрослые. Результаты, о результатах серьезных нельзя говорить, не считая Гималядинову и Кузьмина Евгения, который по юниорам и юношам выступал серьезно. Ну, достаточно человек 20-25 мастеров спорта, человек 5 мастеров спорта международного класса. То есть мы в любом случае подпитку Российской Федерации даем. А? Стой! На сегодняшний день государство не обращает внимания на подготовку специалистов тренерского состава. Практически молодежи нет. Работают такие, как я, грубо говоря, уже старички, от 40 и дальше. А если не будет, мы уйдем, после нас некому оставаться. Желающие, может быть, и есть, но дело в том, что молодой человек, придя на работу специалистом, и при зарплате там 3-5 тысяч рублей, а у него семья, ему хочется и пожить еще, он просто не в состоянии. Он скажет, да зачем это мне надо, я пойду лучше работать грузчиком и буду получать 15 тысяч рублей. Поэтому тут однозначно. Работают такие, как я, грубо говоря, уже старички, от 40 и дальше. А если мы уйдем, после нас некому оставаться.